деле жарим кур на гриле. Извини, тебя не угостили. Привет! Вот эта тема с тяночками, она вообще клёвая. Знаете, когда снимаешь видео с вот такими вот девахами, периодически встречаются комментарии либо вот от парнокопытных, которые там рогами мне тычут, да ты чё, девочка, обижаешь? Либо приходят тоже такие недалекие мадамы, которые говорят, ну вот ты такая вот сякая, да? Ты вот просто ей завидуешь или что-то в этом духе. Ну вот скажите, у меня мужская аудитория на канале. Вам нравится есть... не знаю, ну, с чашки, с которой все едят руками. Кто-то харкнул, кто-то грязными руками влез, я не знаю. Вы будете с этой чашки есть? Тем более, когда, ладно, вы в семейном кругу, да? Ну, как сказать, свое не воняет, да? А когда это делают абсолютно чужие люди, и, возможно, часть из них сифозная какая-нибудь. Почему такие бабы думают, что ты завидуешь, потому что тебе не обломилось кусок моего вонючего пирога? Ну, бред какой-то. Ты обычная госпожа Хамалния. Все, ты просто те, кто сказал, что ты такая, они не завидуют, потому что ты им не дала. Просто потому что ты такая есть, и хоть кто-то тебе должен об этом сказать.